пропаганды относительно моей инициативы, когда я предложила уравнять права всех подростков, которые бывают вовлечены в негативную информацию таким образом. Значит, по поводу того, как я думаю, улучшилась бы ситуация, я думаю, она бы улучшилась очень сильно, потому что сам закон – это тот случай, когда благими намерениями мы выложили дорогу в общем-то не очень благоприятное место. И там, что называется, ахиллесова пята всего этого закона, это пункт 6.21. Если процитировать, то это формирование искаженного представления о социальной равнозначности традиционных интернет-коммуникаций. Ну, естественно, что это взрывное устройство всего этого дела. И, в принципе, понятно, почему Запад нам указывает на то, что эта норма содержит дискриминационные элементы. Я действительно не считаю, что это абсолютно, так сказать, искренний мой ответ, что пропаганда традиционных или нетрадиционных отношений нежелательной пропорции, что одна из них может быть беременнее другой. Я считаю, что это нужно. А другой вопрос, что у нас, к сожалению, я убеждена, что это не было никогда какой-то, так сказать, волевым каким-то императивом, какой-то такой инициативой, которая была спущена вниз. Мне кажется, как раз, что это инициатива, которая долго очень вынашивалась в умах отдельных депутатов и почему-то привела, не знаю, как-то вот им удалось сформировать какую-то ощущение, что на нашу демографическую ситуацию это имеет какой-то негативный эффект. Ну, в результате достаточно скоропалительно все это происходило, потому что закон был внесен, законопроект был внесен в Государственную Думу, и окончательных у нас, знаете, есть какие-то рекомендации по голосованию, естественно, прошу решения по каждому такому случаю. И у нас там было написано в графе ориентироваться на руководство. Следующая графа – это ГПО, она дала отрицательный отзыв. То есть, если мы говорим, это как раз управление администрации, то есть юридические дела, главное правовое управление. И тем не менее, этот закон был принят, потому что, ну, прямой вопрос, а вы хотели бы вы, чтобы ваш ребенок был подвергнут какой-то пропаганде? Ну да, наверное, каждый человек вообще это не хотел. А никто же не знает, как это хорошо, Гитлер, а человек бы сказал, нет, тоже бы не хотел. Вторая проблема – это ханжество и, в общем-то, мракобесие, Ignorance and fanaticism that follow this law. In this case, we had very serious consequences, and also we had people who were persecuted. Приоритет подобной информации в ущерб общечеловеческим ценностям. И я еще раз хочу сказать, я не считаю, что классическая литература, живопись и все то, что считается нашим наследием, вообще должно быть как-то конкурировано, и что на этом надо ставить, но понятие с возрастными людьми, с возрастными. Мне кажется, это ханжество. Поэтому мы настаиваем на такой формулировке, только если эта информация действительно однобокая и имеет приоритет такой, в ущерб, не имеющая никакой иной ценности вообще, то есть ни художественной, ни драматургической, никакой. Really, но в таком случае, да, но я вам еще скажу, надеюсь, что меня поддержит палата, нас, это нашу инициативную группу, ну, кстати, приводят еще депутаты, был вопрос ко мне, когда почему только я одна, значит, дама, а все остальные мужчины. А вот сейчас еще две женщины из Единой России тоже присоединились к нашему закону.
There are already different people from different political parties in the parliament who support this bill. This bill, I hope common sense in the end of the day will triumph. This previous law, Mr. Milonov, Milonov really wants to fight common sense with his ideas. Не стоит даже описывать те негативные последствия, которые он имеет на заграничной, на международной линии. Но что касается меня, это даже больше волнует внутренняя ситуация, потому что у нас достаточно много весельных потому что находясь в некоторых регионах, мы, так сказать, по работе, я понимала, меня не выпускали из гостиничного номера, например, в день празднования ВДВ. Подсказок законодательных. Итак, люди достаточно некоторые настроены. Зачем усиливать подобное противостояние? Для чего привносить новые призмы, сквозь которые люди будут присматриваться друг к другу? Поэтому наше предложение заключалось в экстраполировании этой нормы на любую информацию, независимо от специфической. Был вопрос. Вы знаете, я не могу вам сейчас сказать, какая будет реакция президента, потому что для того, чтобы he saw already the bill, but it needs to be now checked by the parliament, because we have a lot of bills in the parliament. So president can pay attention to it. If the bill is lucky, Президент will pay attention to it, and then we will know for sure if he approves of the plan.